меряли сегодняшними мерками. Понимаете, что такое эпоха Возрождения? Все по-другому. Они, глядя на Дюрера, на картины Дюрера, предложили ему остаться в Венеции. И предложили ему работать в Венеции рядом с вот этими гениями. В свой приезд, первый приезд в Венецию, он сошелся близко и подружился с моим самым любимым венецианским мастером Джорджоне. И очень много они друг у друга переняли, глядя на картину друг друга. Он познакомился со всей вот этой школой венецианской живописи, избыточной по цвету. И поэтому, когда мы смотрим на картины Дюрера, мы понимаем, что это, конечно, написано гениальным художником. И до этой картины все считали, что это только гравюр, и что его парафия – это черно-белая. Оказывается, нет. «Четыре всадника апокалипсиса». Как сын ювелира и как человек, который в 13 лет серебряным штифтом сделал прекрасный автопортрет, который мы можем рассматривать любые автопортреты художников всех времен и народов. Вы не найдете в 13 лет такого автопортрета, он уникальный. И как гений такого широкого свойства, он любил делать гравюры на дереве, и одновременно у него очень хорошо получались афорты на меди. Что такое афорт на меди? Берется медная табличка, и на ней процарапываются специальными резцами гравюрными то изображение, которое видите вы. То есть там, где процарапано, это темное, черное. Там, где слегка коснулась, это линия такая воздушная, поверхностная. У Дюрера, как у уникального гения, все его гравюры, опять-таки, надо смотреть не в слайде, надо смотреть живьем. Они живописные невероятно. Вот если долго на них смотришь, создается впечатление, что ты видишь в цвете, не черно-белое. Дальше. Знаменитая его «Меланхолия». Но пора уже и вам поговорить. А как вы думаете, вот эта фигура «Меланхолия», вот эта женщина, у которой на голове царственный венец, и у нее крылья, и она так пригорюнилась и подперла щечку рукой. Это кто? Кто-то сказал, мне послышалось громче. Это автопортрет Дюрера. Причем он был по письмам его современников, которые с ним состояли в переписке, которые дошли до нашего времени, которые есть возможность их прочитать для тех, кто любит Дюрера. Он описывает, что у Дюрера в характере было такое, что меланхолия ему была присуща. И в эти моменты меланхолические он обязательно после них, вот внешне казалось, что он пребывает в какой-то прострации, ничем конкретным не занят и, так сказать, позже я коснусь его семьи, это ужасно раздражало его жену, вот эти состояния. Зато они были невероятно продуктивны, когда вот это меланхолическое состояние, он накапливал в себе те творческие потенции, которые в нем были, и после этих состояний он выдавал уникальные вещи. Я хочу обратить ваше внимание на некоторые предметы, которые тут присутствует. Магический квадрат на стене. Покажи, пожалуйста. Вот этот. Это магический квадрат Дюрера, который как бы мы не складывали цифры этого квадрата по горизонтали, по вертикали, по диагонали всегда будет число 34. Это вот его квадрат, который он показывает нам как человек, который интересуется математикой. Рядом с квадратом вы видите песочные часы. Покажи, Антоша. Для него это вообще любимый символ, это символ времени. Это символ времени, который по песчинкам истекает, и как бы, глядя на эту гравюру, мы с вами понимаем, что он как бы самому себе задает вопрос, а что я успел сделать за тот кусочек жизни, который мне отпущен. Внизу перед ним находится вообще это ужасно интересное, про эту гравюру можно отдельно сделать отдельную лекцию. Но вот если вкратце говорить, инструменты ремесленника, рубанок, какие-то деревянные части, нож, гвозди. Это вот как бы тот первый слой, который доступен любому человеку, любому мужчине, который может создать что-то, если у него в руках инструменты. Это слой ремесленника. Следующий слой – это шар. Шар во времена Дюрера считался идеальной формой, и считалось, что создавая шар, человек уже не ремесленник, он уже более высокого склада, он уже мастер. Причем мастер в булгаковском смысле этого слова с большой буквы «М». Тот, кто может создать идеальный шар. Возле шара мы видим собачку. Собачка – это символ преданности, символ верности. То есть человек, который способен совершенное создать, может быть, внутри себя тоже совершенен, тоже может быть предан, тоже может быть абсолютно правильным с точки зрения Дюрера. Дальше мы поднимаемся выше, 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 выше. Тут младенец – это будущее каждого человека. Что мы оставляем тем поколениям, которые приходят за нами. И на фоне надписи «Меланхолия» мы видим радугу и сияние звезды. Ради чего живет человек? Для того, чтобы зажигалась радуга его произведения, чтобы создавались звездные произведения об этом. То есть, если вкратце сказать, то это работа о времени и о том потенциале, который сидит, я не скажу в каждом человеке, но в творческом человеке большого уровня, безусловно, вот этот момент потенциала есть.